А теперь к другим новостям. С понедельника поездки из Польши, Румынии, Монако в Чехию осуществляются без ограничений, связанных с коронавирусной пандемией. Однако для поездок на коллективном транспорте необходимо пройти тестирование на COVID-19 или предоставить справку о вакцинации. Двое польских школьников нашли кошелек и вернули его владельцу. В кошельке было всего 170 злотых и маленькая иконка. Никаких других зацепок, визиток или документов в нем не было. Поэтому парни обратились за помощью к полицейским. Как оказалось, владельцем был гражданин Украины. Он был очень благодарен, что ему вернули потерянное. И дело даже не в деньгах, а в иконке, которая имела большую сентиментальную ценность. Полицейские наградили подростков небольшими подарками и официально поблагодарили. Во Вроцлаве оштрафовали женщину, подделавшую тест на коронавирус. Во время проверки документов сотрудники пограничной службы из Вроцлава обнаружили молодую женщину, которая должна была быть на карантине. Правонарушительницу оштрафовали на 500 злотых за несоблюдение карантина и готовится дело о уголовной ответственности.